Если бы Вика была мужчиной, смогла бы я в нее влюбиться? Наверное, нет. Я ее, конечно, очень люблю, но с ее характером такого мужчины я пустила бы на шашлык моментально. Хотя... Я причина твоих всех бессонных ночей. Ты потеряла аппетит не потому что ничей, а потому что, к сожалению своему, ты не мой. Ты в каждом видишь меня, на следе меня нет. Я пожалею тебя и дам полезный совет. Не жди погоды с моря, делай что-то, только не стой. Сеточке. Разложи меня по маленьким клеточкам, постарайся убедить меня остаться с тобой. Разверни меня, я буду конфетою, золотой твоей я буду монетою. Не бросайся на удачу никогда, только мной. Похоже, не отыскать, да я загадка, и ты сумей меня отгадать. А все подсказки, если сможешь, прочитай по глазам. Тебя я не обману, не надо только молчать. И неприступную крепость, возможно, завоевать. Но это будет, если только я все коды отдам. Сеточке. Разложи меня по маленьким клеточкам, постарайся убедить меня остаться с тобой. Разверни меня, я буду конфетою, золотой твоей я буду монетою. Не бросайся на удачу никогда, только мной. Мне, наверное, не нравится, когда Слава начинает спорить и доказывать свое мнение, при этом не учитывая чужого. То есть она может перебивать и при этом: «А, да, я знаю! Нет, ты ничего не знаешь!» И это начинается так эмоционально, что мне хочется ударить Славу. Раскатай меня по кудовой сеточке, разложи меня по маленьким клеточкам. Разгадай меня по кудовой сеточке, разложи меня по маленьким клеточкам, постарайся убедить меня остаться с тобой. Разверни меня, я буду конфетою, золотой твоей я буду монетою. Не бросайся на удачу никогда, только мной. Любовь, дружба, жвачка и кукуруза кормовая.